С добрым утром и добро пожаловать на мой канал. Как вы догадались, мы на даче. Такое прям утро волшебное. Птички поют, тишина. Все пахнет. Позавтракали, а теперь готовим обед. Пойду засниму шеф-повара. Что у нас сегодня будет на обед? У нас будет сегодня шашлык. Шашлык-машлык будет, да? Вкусный. Я уже сварила с малины варенье. Она быстро пропадает. Вчера собрала, уже начала немножко так подплесневать кое-где. И я сварила варенье к чаю. Так, нам нужен перец и соль. Возьмем еще этот перец. Перчатки одевать нет. Ну, хочешь, одевай перчатки. Вот соль, перец. Вот этим вот зеленый. Да нет, ты что? Одноразовый, одень перчатки. Все, пришел мой охранник. Посидела Света, да? Тут маленький. Нет, это кто у нас? Клубника. Клубники у нас в этом году что-то не очень. Ну, это так, для декораций. Ой. Сегодня обещают жарко. Нужно будет позагорать. Да. Пойдем чай попьем. С мятой, со смородиновым листком. Ай, какая красота. Как классно. У меня тут такой парадиз из виноградника. Ричи, я вчера вообще-то в бане мылась. Ой, чай вообще бесподобный. Черный чай, мята и смородиновый лист. Аромат такой. А вкус вообще? Как птички поют. Уже виноград появляется. Скоро буду сидеть прям так, прям кушать. Вон какие виноградинки уже. И вот. Виноград вкусный. Очень. Здесь у нас елочка растет. Туя. Посадили, когда мы ее осенью, в том году мы ее сажали. Ой. Так, надо мне теперь тут... Ну хорошо, ты улегся, да, теперь мне тут лежанку мою поставить, чтобы загорать. Такой маленький, такой сладенький. Скажи, я не маленький, я уже мужчина в полном расцвете сил. Мне уже 7 лет. Да, Ричи? Тебе уже 7 лет. Смотри, какие у тебя уже седые волосы появляются. Ой, ты уже весь седой. Ах, какой аромат стоит скошенной травы. Какой аромат.
У нас тут уже яблочки начинают краснеть. Моя розочка, моя красавица. Вот тут еще бутоны будут. Лаванда. Скоро у нас тут зацветут цветочки. К нам гости приехали. Пойдем встречать. И чем же мы сегодня займемся? Мы будем собирать вишню. Шашлычок уже готовится. Багеты такие. Что там у нас с огоньком? Боже, горячо. Что у нас? Что-то мальчики нам готовят обед. Это потому что если ты меньше уголь ложишь, то не пир. Алекс, иди кушай, я буду жарить, да? Дынька. Пять видео, да? Угу. Вот вам чай. У нас варенье малиновое. Вам тоже дать варенье малиновое? У нас когда был сильный дождь и ветер, и вот сломало дерево. Такую красоту сломало. Боже мой, блин. Это ж какой силы-то? Вот это все. Я упала оно в реку. Вот такое вот получилось безобразие. Упало теперь. Кто его будет вытаскивать? Непонятно. Жалко. Такой вид был шикарный. Вода до сих пор мутная после дождей. Вот это мы сегодня дали в стране угля. Так поработали. Почти пол вишни обработали. Там еще на вине много-много пропадает. Все. Мы уже на сегодня будем закругляться, поедем домой. Закончу я сегодня свое видео. На такой прекрасной ноте. После баньки, да после крапивного веничка. Ляпута. Сейчас покажу вам орех. Сбилась. Сейчас, подождите минутку. Вот он, грецкий орех. Стою тут под орехом. Много будет в этом году орехов. Ну так о чем это я? Закончу свое видео. Попрощаюсь с вами. Пожелаю вам всего самого хорошего. Вы, конечно, не забудьте поставить пальчик вверх. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем пока и до новых встреч!